Русское подворье – одно из самых душевных. Оно сочетает в себе заводные пляски и трогательные песни. А традиционная кухня – квас, блины, икра, селедочка – не только радует глаз, но и всегда привлекает гостей своими ароматами. Расположится площадка около молодежного центра на улице Советская. Окунуться в удивительный мир старины поможет новый элемент подворья – русская изба из бруса. В ней стол с самоваром, деревянные скамьи, домотканые половики и рушники. Здесь будут два коллектива – гармония в национальных костюмах и хор, русский хор Никитина, тоже национальные костюмы. Так что у нас будет все празднично, красочно, элементы русской национальной одежды будут присутствовать, самовар как таковой есть, он будет стоять. Кухня будет работать, будет у нас, как положено, у русских и икра на столе, и хлеб, соль, и каравай. Все у нас будет.